Здравствуйте. Я хочу показать, как можно быстро настроить цифровое спутниковое телевидение с украинскими и некоторыми русскими каналами на телевизоре LG. Настройка для территории Украины и Европы. Для этого нам понадобится телевизор LG со встроенным спутниковым приемником, сателлитарная антенна, уже направленная на спутник с головками, DSIC, кабель, подключенный непосредственно в телевизор, флешка и родной пульт от телевизора. Хочу предложить вам свой файл отсортированных и настроенных украинских и некоторых русских телеканалов и некоторых немецких, который я настроил еще в 2015 году, потом в 2017 исправил, и он актуален и в 2019 году. Итак, начнем. Предварительно скачиваем файл с настройками телеканалов. Я его ссылку выложил в описании к видео. Ложим файл на флешку. Флешку вставляем в телевизор. Зажимаем кнопку Setting на пульте и ждем 5 секунд, пока не пропадет меню. Быстро вводим цифры 1105 и жмем ОК. Появляется служебное меню. Там выбираем USB Cloning. Receive from USB. Выбираем наш файл Global Clone 000150TLL. И начнется обновление карты каналов. Когда процесс дойдет до 100%, телевизор выключится через 5 секунд. Значит, включаем телевизор. Если видим, что каналы не настроены, повторяем процедуру еще раз. Почему-то с первого раза настройка не проходит. Повторяем. Значит, зажимаем кнопку Settings на пульте. Ждем 5 секунд с зажатой кнопкой, пока не пропадет меню. Когда оно пропадает, быстро вводим цифры 1105 и жмем ОК. Появляется служебное меню. Там выбираем USB Cloning, Receive from USB. Выбираем наш файл Global Clone 000150TLL. Начинается обновление каналов. Ждем, когда процесс дойдет до 100%. Телевизор выключится через 5 секунд сам. Все, теперь настройка каналов закончила. Осталось настроить ваш DSIC. Так как поочередность подключения ваших головок к DSIC может отличаться от моих, нажимаете на пульте Setting, каналы, настройка спутника и выбираете DSIC A, B, C или D, в зависимости как он у вас подключен. К каждому спутнику свой DSIC должен быть, ну, получается своя головка. Все, телеканалы отсортированы и настроены за 5 минут. Параметры спутников и транспортеры уже введены. Первых 50 телеканалов украинские и некоторые русские со спутника Astra 4.8 и Hotbird 13. После 50 канала идут несколько немецких. Это я для себя настроил со спутника Astra 19.2. Спутник Amos 4, по-моему, уже не работает. В общем, кому понравилось видео, ставим лайк и подписываемся, а также оставляем комментарии. В следующем видео я покажу, как войти в сервисное меню телевизора LG с помощью инфракрасного диода и смартфона. Или активных акустических колонок. Всем спасибо, пока-пока.